Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем путешествие по выставке комнатных растений, которая состоялась в Краснодаре 16 сентября. Работала она один день, и это третья часть. То есть выставка уже закончилась, но сезон начался, поэтому впереди еще много-много интересного. И следующая выставка именно в Галактике будет 7 октября. Я показывала вам в предыдущей части мини-фиалочки Елены Кольцовой, и сейчас показываю вам контакты. А мы с вами идем смотреть цветочки Любовь Еременко. Небольшая часть прилавка занимается суккулентами. Это самые разные кактусики тут я вижу, и эониумы. О, прям монструозный кактус какой-то. Красивая какая розеточка. Кристаллы. А дальше начинается Любина, такое многообразие разнотравья. Тут сейчас масса-масса хоечек самых разных. Давайте возьмем, тут девушка поставила с таким интересным листиком, а мы посмотрим ее поближе. Фитчи. Хоя фитчи. Листик с сеточкой. А вот какая прелесть. Такая светленькая хоечка, называется вот так. Вот она, дисхидия, 1000 сердец, 400 рублей стоит, смотрите. Вот так вот, да? Вот так будет видно. Красота? Black egg. Симпатичные такие листики, монетки. А мне все время смотрю на вот эту хою, у нее такой пушистый листик. Оптимистик. Сколько оно стоит? 350 рублей. Ворсиночки. Как бы бархатистый. Бархатистый листочек. Спасибо. Вот здесь знатоки рассматривают хои прямо-таки пристально, потому что хотят купить что-то новое, чего еще не было, чего еще не видели. Хои Лизы вот здесь малышки продаются. 500 рублей вот такая малышечка. А вот она серебристая. Увидели название и цену. Красота. 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 Много интересного. А вон там еще дисхидия такая яблочками прямо. Вот такие яблочки прямо таки нравятся. Покупать уже что ли. Это глазею на них второй год. 350 ктенанта амагрис. Амагрис, такая карлик маленькая. Вау, какая магик маск или мэджик маск. 3500. Пестрый кустик. Вообще все листы, которые есть, они все пестрые. Очень даже хорошая пестрота. А вот опять же агланема. Ну, конечно, все цветы, просто вот все, я вам показать, ну, никак не смогу. 1200 вот такая агланема. Ну, вот видите, с белыми листами альба. Это, конечно, опасно для листов. Появятся пятнышки. Но если кто-то прямо осторожничать может с поливом, то да, очень даже красивое растение. Вот новый стендапсус, 1000 рублей он стоит, с таким серебристым листом. Пока еще мало он встречается. А вот наш
Трейби Мунлайт 350 рублей сорт. Ну, тоже уже дешевле стал, чем был. Вот. Белая пантера. Но все-таки она отличается от сорта Enjoy тем, что по белому фону идет краб такой, видите? Поэтому отличие есть, конечно. Знаете, у нас в галактике всегда очень много участников, просто огромное количество. Я боюсь, что не смогу вам всю съемку сделать. Обычно у меня второй день был для съемки. А в этот раз у нас один день всего. Это тут у Любы несколько сортов идут. Кейнов. А дальше идут и природники, и декоративно-лиственные разные всякие. Вот прямо так еще хотела какой-то сорт показать. Это еще один стендапсус с таким с размытым рисуночком. Смотрите. Вот это пока новые сорта по 1000 рублей. Еще раз повторяю, это Еременко Люба. Софи Сесиль с огромными листьями. Очень красивый сорт, такой заслуживающий внимания. Бегуни мало осталось. Сегодня уже нам сегодня многие наши покупатели говорили, что о, наконец-то начинаются выставки. Мы уже соскучились без ваших цветочков. Мы сами сегодня встречались с объятиями. То есть такое впечатление, что были. Люб, бери меня, я вернусь за этим, ладно? Да, я свой замучила свой за лето, угробила. Залюбила. Залюбила. У Любы теперь продается еще и вот всевозможные грунты, стаканчики. И она ферментированную рисовую шелуху обещала привезти. Вот она есть, такой мешочек 150 рублей стоит. Очень благотворно влияет на рост растений, особенно ароидные. Прямо такие замечательно. Замечательно себя показывает. Девочки уже проверили, оценили. И сказали, что действительно есть результат. Ну и, конечно, любимые фиалочки. Сейчас пройду, покажу вам цветение, потому что это нужно видеть. Наши цветоводы уже настолько поднаторили в этом деле, что прямо заставляют свои фиалочки, уговаривают. Заставить же невозможно так цвести, только уговорить можно. Красота. Это Наполеон фиалка. 500 рублей растение, 100 рублей листик. Красота. Фиалка Любовь. 450 растения, 100 рублей листик. Маша, Оптима это Любина, вот эти сеянцы, да? Сеянцы, да, просто без названия. Да, да, да. Вот Люба нумерует сеянцы, которые без названия, они имеют все Оптима в наименовании и номер. И номер. Такие розоватые колокольчики, красивые. Бермудский треугольник. Дон Бутон Спорт. Дон Бутон, у него такие цветочки колобки, а тут, получается, они раскрылись в огромные, прямо огромные тарелочки, скажем так. Юлия. Любины контакты. Так, мне Саня запретил, что ли? Люба, огромное количество красивых фиалок, бегоний и других растений. Хои тоже у нее в коллекции, и Люба их уже коллекционирует давно. Они хорошо ей подчиняются. Не показывают характер. Растут
прилично и отлично. Ну, мы краем захватим люди на место, потом к нему вернемся, а будем продолжать вот так по ряду смотреть. Это сегодня у нас приехала Стелла с многочисленным семейством сенсильери, своих красивых сенсильери с названиями, в интересных стаканчиках, с такими красивыми этикеточками. Красивенькие просто. Показывала вам такую мини-розеточку. Красота. Ну и цену вы тоже видите. Что еще показать? Вот такую покажу. Это новый сорт стала вот это? Асахи? Нет, не новый, но достаточно такой... Яркий, броский, да? Да, и любимый всеми коллекционерами. Футура. Достаточно крупная будет. Красивый сорт. А вот такой малыш, да? Она такой маленькая будет? Кордова не крупная, да, она будет чуть-чуть побольше, но это не сильно большая. Так же, как вот и Габриэла варегатная, она такая компактненькая. А ложки есть у вас? Ложки вот у нас. А, вот это вот? Да, тут целое семейство, там уже детка растет у нас. Что мы хотели посмотреть ложки с вами, смотрите, вот у них получается на стебелечке вот такая ложка, да? Почему и назван ложкой? Большая уже. Ну, здесь, да, здесь хорошая розеточка, и вот детка уже выходит. Да, За летом мы нарастили. Да, за лето прямо и не помешало. Чуть помоложе розеточка будет. А, вот. Так, ну, тут она, нельзя сказать, что она одноцветная, да? У нее такие красивые пятнышки идут по зеленому фону. Красота. А вот такая вообще голубая какая-то сенсильери. Это моргает из новых гибридов как раз таки. Очень светозависимая. На хорошем освещении и особенно на солнышке она голубая становится. Ну, очень красивая, необычная. А стоит сколько она? 1000. Есть покрупнее экземплярчик. Вот по-другому совсем окрашивала, да? Ну вот это да, вот да, прямо на солнышке стояло, да. Это в помещении при искусственном освещении, поэтому вот разница прям заметна. Да. Ну и название давайте покажем. Селекционер назвал этот гибрид в честь своей дочки. Красиво. Сейчас сенсильери возрождается, к ним такой не просто интерес, а интерес прямо пристальный, то есть многим очень хочется приобрести новые сорта, поэтому я думаю, что сегодня здесь тоже были покупатели, да? Кто-то... С утра, да, с утра разобрали интересности всякие. С утра не получается, с утра, конечно, пробежаться, посниматься. А мы, ой, мы с вами у рабочее место нашей Насти. Какой цвет у бегонии, вы посмотрите, прелесть какая. Это именно цветок красивый, видите, зрачные маленькие цветочки. Красота. Интересно, мне Альбина видела? Гордыня. Да, это фикус Альбина видела или нет? Она такой хотела купить. Она тянешь капризная. Надо у Насти спросить. А вот дисхидия такая, с окантовочкой. Знаете, сколько клубничный лед? 2,5. 2,5 клубничный лед. А это Ормнак? Сейчас покажем еще вам Ормнак. А Ормнак? 1000. Уже хорошая такая деточка, 1000 рублей. Взрослый листик. Это милк? Конфетти сколько стоит вместе? Конфетти просто 400, а милк? А милка нету. Ну а когда был? 450. Ну не намного дороже ты его оценила, да? Вот такая симпатичная Диффенбах, я природник, 600 рублей с таким интересным крапом. А еще у Насти и у меня. Не надо заливать. И,
Еще у Насти была тут нового сорта Диффенбахия, но, честно говоря, уже... Уже не знаю я даже. Буссе Флорис Фикус, 800 рублей, первый раз вижу такое. 300 рублей, это там перчик написано. Красота. А вот посмотрите, какой фикусеночек. Дуболистный, 300 рублей, но это, ну даже если это дубовый листик, то он микродубовый. Посмотрите, маленький, малюсенький, прелесть какая. У Насти всегда много интересного. Ну, вообще у девочек много интересных растений. Тут интересно. Так. Dragon Tail. Эпипремиум Dragon Tail. 450 рублей. 450. Если очень быстро говорить много, по какое слово? А получится? Это такая. Не надо. Таких слов говорить. Гордыня. Посмотрите, прелесть какая. У Насти она уже прямо выросла в большой кустик. 1000 рублей она стоит. Это что у нее? А? Ну это Дели или другая? Индонезия. Дели. А, вот я второй называю. Да, у меня есть такой. 800 рублей вообще такая хорошая цена. Ты вырастила его большим? Даст Йеллоу. 1500 рублей. Даст Йеллоу. Я хочу увидеть хоть у одного человека большую. А это филодендрон? Это Диффенбахия Йеллоу. А. Там не знаешь, какая есть новинка. Сейчас покажу. Вот он еще. Монстера Вертилиана стоит. Новая. У меня есть. Есть. За сколько ты ее купила? Я купила за 5. Финбах. Она у тебя уже пошла? Дрифтинг 1800. Да, он что-то сидит, квазится, не разгоняется. Либо она не адаптирована. Ну, много. Покупала, ну, да. Только у Насти вот здесь вот можно просто-напросто... Знаешь, сколько он стоит? Не знаю, даже не говорю. Мне мелочь такая, сколько он стоит. Глориозум варигата 2500. Каждый раз к тебе подойдешь, и ты еще что-нибудь выцарапаешь, такое, что... Вот какая красивая. А, это вот она у тебя гордыня. Похоже, что природник такой. Сколько она у тебя стоит? 800. Вот туда. Вам спасибо. Растите большие крепкие инстаграмы. Пришла. Руки сами собой покупают. Ну, ничего с собой сделать не можем. Ну ничего. Я сейчас, значит, 3,5 набрала. Циркулоза варигата 400 рублей. Все, пошла, да. Вы за что заходите? Да я уже присмотрела тут кое-что. Вот ты мне скажи, а как она растет, вот эта вот тебя? Вот это что? Диффенбахия Йеллоу? Там просто пенечек, на нем две деточки. Это она огромная будет, да, Настя? Да. Это как банана из той серии. У нас дорогих. Зайдем еще. Перчики. Ой, наконец-то Августа поехала. Я весь день на нее смотрю, красавица. А Гланема? 1200. Невозможно, невозможно уйти без покупок. Сегодня уже креплюсь изо всех сил. Думаю, нет. 500 рублей вот такой вот горит на гнура. 6-3. Мы уже у следующего рабочего места у Иры много. Прям целиком розовый, но он отмирает. Целиком прям розовый, но он отмирает. Да. О, 4000. То есть разные. Разные цветочки, разные цены на любителя. Кто-то любителям экзотики есть чем поживиться, любителям редкости тоже есть что купить. Следующее рабочее место Ксюши. Вот странно искали серый призрак, серый призрак. Надо сюда поставить. Полно. Две кошечки. Много стоит. В
эту дырочку. И цены уже... У меня сегодня без цен. Бесценный призрак. Да, вот сегодня у меня так. Угу. Так получилось. Если что, что-то могу рассказать. Из милк. Вот это милк? Или просто конфетти? Это милк? Или... Нет, это конфетти. Вот красиво окрашен. Да, да, да. Окрашен прямо не отличишь от него. Вот он, Little Brother Montgomery. Ксюша, это кто у нас? Это белая принцесса. А, белая принцесса? Да, белая принцесса с розовым. Забыла, что она белая. Да. И стала окрашиваться в розовый цвет. А это сколько стоит? Это именно она, 2,5. 2,5. Красавица, красавица. Да, но она не всегда, но да, дает. Да, да. Вот. Сколько листиков. И посмотрите, какие все красивые, красиво окрашенные. И даже вот для изюма с розовым вкраплением. Красота. Много очень интересного. Я даже забыла, я вам, Ксюша, телефон-то показала или не показала. Вот он. Вот, тигренок тут стоит. И розовый, она... Бывает, что мне рассказывают, что вообще не дает у них розовые. А моя дает розовые листочки иногда. Это следующее место, это место Наташи Хрусталевой. Смотрите, какая пелеония, с какими листиками. Так, моя пелеония не доедает. В зоопарке тигры не докладывают мясо. Потому что, посмотрите, тут как раз вот с питанием все нормально. Вообще красота, листья огромные. Надо добавить в рацион витаминчиков. 1200 стоит серый призрак. Папоротники самые разные. Цены тоже самые разные. Есть 250, 500, 1000. Микролеписы, адиантумы, асплениумы всякие разные. Флебодиумы, да. И вот большие тоже продаются. А сколько сейчас большие? Вот этот 5. Посмотрите, какие вообще. Вот те, я не знаю, Наталья. Вот все возможно. Вырастить красивые папоротники вполне возможно. А чего? Где вы были, когда я вот такие вот листья продавала? Как всегда, у Наташи много амарантовых, самых разных и в самых разных размерах. Фредди 350 рублей. А вот такая красоточка в полоску. Наверное, по такой же цене не написана цена. Вот Кингфери Сплэш Йеллоу, 1000 рублей вот такая. Вся разноцветная и легко зацветает, красивые цветочки. Ой, вот это что такое красивое. Сильвер Плейт. Это новое, это что-то изороидное, да, тоже новое? Посмотрите, какая прелесть, вообще красного цвета. Вот наконец-то в окраске марантовых появляются. Ну, если это марантовые, это же марантовые. Это что такое, Саш? Silver Plate. Это Наташа нужно спрашивать. Ну не кричи, потом мы у нее узнаем. Марина спрашивает. Вот это что, Наташа? Это Silver Plate. Я поняла, а это что? Это калатея. Калатея такая. Посмотрите, прелесть какая вообще. Вас просто не оторвать. Помните, у нас в прошлом году вот эти были прямо супер-мупер красивыми. Мы не могли налюбоваться. А в этом году появляются еще красивее. То есть... Вот новые сорта. Просто Пико, красота. Пико. Лубер Сактинанта вот этого. Это Вичиан. Посмотрите, Наташа очень... полюбила вот именно марантовые, они ей хорошо прямо даются, поддаются. Гляньте, какая красота, и в продаже очень много сортов, самых разных, интересных, предлагается. Телефончик Наташи всегда пишу, кому интересно. Папоротники марантовые и каладиумы, посмотрите. Посмотрите, какая красота. Вот, ну, такие листья просто... Ну, невозможно описать словами. Кажется, что не существует такого в реальной жизни, что это какой-то фотошоп. Да, да.
Если я такой покупала 2000, да? А сейчас вот такой 2000, да. Да. Ну и вот это тоже Каладиум. Гляньте, какой красавчик. 1000 рублей. Вот этот тоже. Красивый очень, да. Я сейчас... Он среди других листьев прямо бесподобно смотрится, красиво. Вот 1000 и выше, ну красота. Ну, давайте для разнообразия посмотрим. Сильвер Дракон 850, Алаказии. Ну не только эти, другие тоже Алаказии продаются. Красота. Ну одно слово, красота. Да, очень. 1850, 1000 есть разные цены. Меньше, больше. Там вот есть такая вот медная, вот такая, она подороже. Есть вот такая, как скат, да? Стингер, это тоже Алаказия. Очень красиво. Вон та, что дебри, посмотрите. Вот человек летом времени не терял, растил цветочки, а мы все, жара. Красота. Сиам Санрайз, гляньте, какой. 1500 всего, такой пеструнчик прямо. Ух, ладно, сейчас посмотрю, если там мое присутствие не очень нужно, если муж справляется, то и дальше вам покажу. Пока прощаюсь ненадолго.